Egyptian. А, ну я же говорю, ну конечно. Ну. Я что, не узнал голос своего брата? Он сразу сказал. 100%. Да. Всем привет. Привет, брат. Ты же мне сказал, что мы с тобой сегодня общались, ты уехал, и ты сегодня здесь, я слушаю голос, который я знаю 40 лет. Ты же в Литве. Я перенес поездку. Он дизайнер по образованию. Мы окончили музыкальную школу в 96-м году. Он по классу баян и фортепиано, я по классу труба и баян. Ну, он увлекается музыкой, он пишет свои песни, и недавно у него вышло несколько клипов. Я рад тебя видеть. Дорогой, я тоже рад тебя видеть. Здравствуй. Привет. Здравствуйте, Ольга. Интересно. Здравствуйте, Юра. А можете поближе к нам подойти? Иди сюда. Что там встал далеко? Нет, он там встал, чтобы спрятаться. Юра думал, что Руслан брата своего не узнает. Всем привет. Он сразу сказал, да, это ж мой брат, Юрка. У вас сколько братьев?